очень маленький город провинциальный, и как бы индустрия и мир моды там абсолютно отсутствует. И мне захотелось как бы приукрасить и сделать ярче нашу повседневную, даже можно сказать, одежду в Ульяновске, и я решил этим заняться. Трудно поспорить с тем, что настоящий художник обязан обладать большой фантазией. Он должен в самых неожиданных вещах, скажем, в сочетании песка и осенних листьев, или в порыве ветра, или в музыке, увидеть образ. Добрый вечер всем, я Ребежа Екатерина из Курска. Это моя коллекция, называется «Таежные чары». Я посещаю ее лесу. Меня зовут Аджаба Александра, я приехала из города Иваново и представляю коллекцию «Амадеус», которая посвящена 250-летию со дня рождения Моцарта. Я считаю, что у нас сейчас много модной молодежи, которая смотрит, как одеваются в больших городах, которая понимает, что в моде разбирается, и которая готова одевать экстравагантные вещи и носить модную одежду. Экстравагантные и повседневные вещи молодых дизайнеров готовы носить и их преподаватели. Зарплата профессора, она не настолько большая, чтобы покупать фирменные вещи, поэтому чаще всего я обращаюсь к своим студентам, к своим выпускникам, и я этим вполне довольна. Многие финалисты русского силуэта теперь выступают на неделях Прет-а-Порте в самых модных городах мира. И что особенно приятно, даже после заветной стажировки на Западе, большинство возвращаются работать домой. Часто вот наши, когда приезжают наши дизайнеры или зарубежные иностранные ведущие дизайнеры, они просто поражаются. Например, Сибирь. Казалось бы, какая там мода? Но существует известная омская школа, которая ничуть не хуже лондонской Сан-Мартин или итальянской школы, немецкой школы. Она известна уже во всем мире. Все призы везде получали омская школа, или Екатеринбург, или Дагестан. Вы знаете, даже не хочется никого обидеть, но у нас есть разные сильные дизайнерские школы. У нас есть талантливая молодежь. Им надо просто немножко помочь в этой жизни. Этим ребятам повезло, они эту помощь уже получили. Для многих из них русский силуэт – пропуск в большой мир моды, где талант всегда востребован. А значит, и у России есть все шансы стать по-настоящему стильной страной. Ведь именно от достижений тех, кто сегодня молод и талантлив, зависит красота нашего будущего. Елена Агафонова, Владимир Мачехин, аналитическая программа «Постскриптум». На днях всемирно известный ученый-физик Стивен Хокинг сказал, что угроз существования человечества так много, что мы и опомниться не успеем, как жизнь на нашей планете будет уничтожена. Причем совсем не обязательно в результате столкновения с гигантским астероидом. Есть, увы, и другие опасности, более скрытые, менее зримые, но не менее зловещие. И об этом в нашем заключительном материале. Свершилось. Они уже здесь. Космический десант высадился на Землю 5 лет назад, но никто этого не заметил. Пришельцы оказались слишком малы и поэтому еще более опасны. Это случилось 25 июля 2001 года. В тот день жители индийского штата Керала услышали громкий взрыв и увидели в небе яркую вспышку. Затем пошел кровавый дождь. С неба падали кроваво-красные струи, они пачкали одежду и разъедали листья деревьев. Тогда было выдвинуто несколько версий. Версия первая – это просто красная пыль, которую принес ветер с Аравийского полуострова. Версия вторая – кровавый дождь в прямом смысле слова. Метеорит якобы попал в гигантскую стаю летучих мышей и образовался туман из клеток крови. И версия третья, и самая популярная – попадание в атмосферу микроскопических водорослей из океана. Однако появилась и четвертая версия. Она была опубликована в серьезном научном журнале «Астрофизика и наука о космосе». Физик Годфри Луис и биолог Сантош Кумар из университета Махатмы Ганди уверены, микрочастицы – это пришельцы из космоса. Версию поддержали некоторые американские и британские ученые. Годфри Луис собрал и тщательно изучил микрочастицы. Результаты были потрясающие. Как оказалось, кровавый дождь своим цветом обязан огромному количеству таинственных частиц. Покрытые необычайно толстой оболочкой микроскопические тела, размером с бактерию, были ни на что не похожи. Всего их попало на Землю около 50 тонн. В отличие от земных организмов, они не имели ДНК и могли размножаться в воде при температуре 315 градусов. В них не было никаких следов пыли и тем более крови. Зато они включают почти половину таблицы Менделеева.
Джеффри Уолкер, молекулярный биолог из Университета Колорадо, утверждает, в них нет кремния, но есть элементы, из которых обычно состоят микроорганизмы – углерод, кислород, железо. Правда, химический состав удалось определить на 95%, остальное пока загадочно. Тем не менее, в них присутствует главное – именно те элементы, которые присущи микроорганизмам. Но чуждые Земле микроорганизмы могут оказаться весьма опасными для нашей планеты. Говорит Валентин Фоменко, разработчик программ обеспечения надежности ракетных двигателей космических аппаратов, академик Международной академии информатизации. Есть основания волноваться, в общем, смысл такой, что опасность бактериального заражения, она весьма, как говорится, реальна. Вот когда мы посылали, допустим, наши космические аппараты на Марс, то мы пытались принимать меры против бактериального заражения Марса, которое, естественно, несовместимо с нашими бактериями. То есть самый, так скажем, страшный сценарий – это то, что на Землю попадет некий инфекционный объект, ну, типа вируса, который окажется абсолютно губительным для всего живого, ну, или хотя бы для людей, и против которого не будет никаких средств защиты. Тогда, естественно, этот объект просто уничтожит, ну, в данном случае, людей или популяцию растений. Даже если уничтожит бактерии, допустим, все равно от этого весь баланс жизни на Земле изменится, и, скорее всего, это будет ее конец. Согласно теории панспермии, разумная жизнь на Земле появилась из космоса. Но возможно и обратное. Именно из космоса к нам придут другие, враждебные микроорганизмы. И тогда может возникнуть совсем другой мир, в котором уже не будет места человечеству. Сергей Котенков, Светлана Гармаш, Владимир Хребтович. Аналитическая программа «Постскриптум». И еще об одном важном событии недели. Сегодня поступило сообщение из Чечни. Там в Аргуне был убит боевик Абдулхамид Сайдулаев, так называемый президент Ичкерии, которым он стал после ликвидации Аслана Матхадова. Сайдулаев, как говорят знатоки Чечни, был хоть и полумифической, но знаковой фигурой среди боевиков. В свое время он объявил о создании Кавказского фронта. После его прихода пошло много разговоров о том, что центр активности боевиков уйдет из Чечни и распространится по всему Кавказу. Поэтому ликвидация Сайдулаева – это событие, которое способно повлиять на всю ситуацию на Северном Кавказе. На этом у нас сегодня все. Мы прощаемся с вами до следующей субботы. Всего вам самого хорошего.